тащи! Кто-нибудь за мной прикрывайтесь. Отошли все! Отходим! Отбились! Кто? Да ладно, да? Да. Я, сука, гранату прям в монстру кинул. Конечно, я думаю, они заматерят нас, но ладно. Перестрелка! Правее держись тогда. Держись правее, Кнут. Чтобы, ну, не стоять под огнем. Черт! Стой! Не стреляй из-за этого. Приветствую. Сколько вас? О! Ха-ха! Поддерживать буду, я, конечно, не знаю, в туннеле можно или нельзя. Да, бля, я всегда с гранатами, поверь. Я же мобильный джихад. Экшенка там красным моргает. Подружаемся, темноте еще. Прикрывайте кто-нибудь. Инженер все-таки, блядь. Точь. Джейки, я не открываю ничего. Все. Приводится снаряд. Закупоривай. Да, да, да.
Понизу фонарем светите, противотуманка. Костян, на.
Осторожно, няма. Эти инженеры меня прикрывайте, ребят. Прикроешь сзади? Да вот так, сзади. О, блядь, на всякий. На, просто фонарик говно. Движение сломается нахуй в запе. Да, я потому что постоянно на него облокачиваюсь, я не думаю, что он там лежат. Слышишь? Сюда. Назад, разворачиваемся. Да, ребят, здравствуйте. Я тут моего посетила. Прибавь так, как клиентам, ребят, что там фонарь нужен нормально. Давайте налево, пошли. Налево, пошли. Самый мощный кто? У кого в башке огромный фонарь. Вот, ништяк. Налево. Налево давай. Кто впереди? Задача контрольте. Дырка справа, блин. По правую руку. Дырка по правую руку. Заправо поднимается. Резко по рукой ударь. Где? Это советские шлемы. Вот вон сзади контакт. Ребят, сзади контакт. Сзади контакт уходит. Быстро, сзади контакт. Быстро организовано, давайте. Спину прикрываем. Под ноги смотрим. Организованные перебежки на полюс. Давайте, ребят, пробежечку. Побыстрее. Там сзади контакт был. Осторожней. Вообще по лайту как-то. Ударник. Стойно проходит. Дальше наверх. Давай отнесу. Ну, дай. Вроде красный. У тебя есть? Нет. Давай, бери. Пускай будет. Постой. Давай, бери наверх. Стой. Да. Ребят, пару бойцов на КПП посидеть. Начальника! А, все. В другой конец идем прямо. Таня там.
Тань, почти на весь полис хватило шлемов, блин. И мы взяли весь куш. Вообще лайту никого ничего. Шум, сейчас, погодь, я батарейки возьму. Блять, а куда я их дел? Таня, Люш, выручи. Что? На сандаль батарейки я просто сейчас не сниму, через фонарик через. Свят, помоги ему. Батарейками. Шум, шум, шум. Стой. На сандаль батарейки, пожалуйста. Я просто никому не сниму его. Нет, вот эти. Свеженькие. Там не видишь. Плюс-минус. Ага, если бы. Так, пружинка у нас если плюс был, да? Зачем вниз минус пойдет? Пружинка вниз. Идет вниз. Пружинка минус. Блять. Сначала плюсом кверху самый вот этот. Накидывай. Плюсом кверху. Вот и какой я. Там пружинка вверх. Не пружинка там торчит, да? Нет, там не пружинка должна быть, там должна быть вот такая вот. Да, пружинка. Где пружинка? Кверху закидывай. Остальные две кверху минус. Ну, плюсом кверху должен быть вот этот средний. Два минус, один плюс, да? Да, все равно. Наверх.
чуть-чуть назад. Да, мы чуть-чуть назад. Отходим нас, прикройте немного. Давай, встань за всеми. Там встань, чтобы через одного. Охуеть, полис, блядь. Все тут. А все стоя пошли. Еще выеживаются. Не знаю. Ты просто требовал паспорт не предъявлять. Смотри, куда выходит, а вот пойдем. Фонарик. Ну, молча пристрелить его и все. Полис, полис, КПП, как у вас там? Даже не думайте. Ну вот я так и подумал. У нас тут фальш полис. Все понял, я все понял. Они же представляются полисом. Но при том слышу, что полис-то весь здесь, а они оттуда пошли. Нет, пускай, пускай. Кто я? Полис. Ребята, мы отходим по туннелю обратно, монстра идет. Позади нас идут такие товарищи, которые стреляют без раздумия. А вы хоть видели, как они выглядят? Может, это вольники, которые тут приняли? Ребята говорят, тут те, которые у нас гранаты какие-то взрывали, я так и не понял. Ну, ребята нас спрашивают. Может, надо нам уйти? Стоим сзади. Точно, ты с нами побудь. Пожалуйста. Блять, вот... Как я в прицел буду смотреть? Забрал, подними. А, ты без очков, что ли? Я не влезет. Муха, давайте к нам туда. Все чисто, проходите. Можем идти? Ну, подходите к входу в бункер. Поняли, приняли. Кто-нибудь назад нас еще, кто-нибудь заползите двое. Прикрытие. Ребят, чуть что, говорите мне гранату и сразу пригибайтесь. Ее поджигать надо. Да? Нет, нет, там кольцо. Но все равно лучше не надо, в пизду забей. У меня одна такая в руке сразу взорвалась один раз. Да, пиздец больно. Полис КПП, пока что расслабьтесь. Гранаты. Это что? Монстр. Это что-то другое. Это не он. Может, это парень с этим, с кораблями. Ну тут... А, пиротехника. Задымление. Нормально. Надо было щит, взять.
щит надо на КПП. КПП Полис, прием. КПП Полиса, прием. Меня так детонирует. Это салют взорвал. Да, это задымление сделали вам. Что? Выжившие из какой станции выжившие? Валите их нахуй. Валите их нахуй, пожалуйста. Вали. Гранату. Ребят, гранату дайте. Гранату кидай. Кидай, блядь, дети. Кидай. Дай гранату, блядь. Аккуратно, дай гранату, отойди. Выходите, ребят! Приходите! КПП Полиса, КПП Полиса, ответьте! КПП Полиса, просыпаемся! У тебя рука! Ну просто идешь сам. У нас там заварушка. Готовьте. Да, правильно понял. Все, идем. Мы сейчас заходим. Принял. Ну давай, сразу. Останьтесь здесь на КПП. Короче, кто-нибудь еще на КПП останьтесь, хотя бы парочку человек. Хлопушку давай. Давай хлопушку. Бля, парни. Осторожней. Не первый раз. Останьтесь кто-нибудь. Короче, хуйня в том, что там то ли красный, то ли хуй не знает. И тут там туннели оголаются, не пускают. Нет, лучше нет. Бля, шлюха.
один с автоматом. За ним метром 10-15. Ты сзади нас, ты сзади нас. Все, пойдемте. Давай, пойдем. Все. Вот тут. Смотри, вот тут странно вообще по всем. Оглядывайся, что ли. Вот тропинка. Нам на тропинку. Да, контакт, судя по всему. Алейка. Алейка. Маска нет? Нет.
тишина. Да. Ребят, давим третий выход. Третий выход давим просто. Уже была и буква Y английская перевернутая. Только за спину еще зайдите. Один. Ребят, за спину кто-нибудь зайдите нам, пожалуйста, еще человек. Ах, бля, сзади. Разворачивайся, 180. Валерин? Кого они, блядь? Да не наши. Понятно. Три хлопка. Театральная, это театральная. Скорее всего. Нет, это не театральная, там сзади монстра. И выход к нашему. Там вообще тишина, там красные здания сюда выходят. Значит, это все-таки вольные были, блядь. А, потеряли огонь сразу. Они, короче, обманывали, так и видно. Чего? Вот это сказано, что куда мы делали. Я вот там был. Я ее был. Два хлопка. Кого убили? Да, ребята, сосредоточимся. Кто-нибудь выход, открывайте еще. Ребята. Где? Ну что вы стали? Все равно, иди, да. Тащите его сюда, сейчас залечу. Да. Да, его двое затащили. Wait.